Шелон 59-й спешный. Так, у них света нет. Значит, вперед летите, короче, драконики все. Так, добиваться. Пример был Шелон, и первый параллельный спешный. Остальные, короче, на зеленку уходим. Сами, ну тут тоже, наверное, лучше всего зеленку доработать. Так, я еще не загрузил. Потому что город, по сути, не закрывать не будет. Какой центр, где мы? Поток. Так. Ты первый еще раз, прямо по железке спарить вперед. ВК 4502, а 32-й. Стоите здесь, дети. Потом, если что, оттянемся. На базе. Вот, около базы, крутитесь, прикрывайте, чтобы из города никто не вылазил. Портос. Потом Гудрон и кто там просто. АКС. Вот вы втроем. Прикрываете базу. Левый, короче, идут меня элемент следом за успешным. Саня, а Саня уже на позиции. Саня, а ты первый очень удивляй. Спешки, ладно, поделим. ТТ, одно лево, короче, двигайтесь, мы будем шелом. Ну на базу. Спешенка нельзя попасть. Ну нормально, молодцы уже. Все, даже. Косов не леет, не леет. Да там стоять тоже не вариант. Тут до хера. Нет, там сбоку еще больше. Не, Костян, там нет погоды. Огонь почему? По 10%? Нет, по 2. Блин, начало неплохое. Боюсь тут ведьмы, блин. Они все вернулись на базу. Так, танки, которые на дефе, подтягиваемся через центр. Дожимаем. Блин, вот зря я вернулся. Там справа открытое пространство, у меня 4 танка разрядилось бы. Костя, я же тебе сказал, вместе. ПТ, справа, Лёва. Блин, ПТшка, Лёва теперь, шпарик. Да, вижу. Да пусть арта работает, мужики, не лезьте. Так, подлогу надо убрать. Вот, все, отлично. Чуть вагон не сломался. Вообще воздух. Даже не делается на вагон. Во. Так, еще один дело. Работаем из укрытия, они все, никуда не идут. Паша, сзади, 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 Паша.
улицу Лёва сбоку. Да что-то легко вообще. 1678.